Только самые быстрые и крутые ребята в мире успеют поставить лайк и написать комментарий за 3 секунды. И всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Овер. Мы продолжаем играть в игрушки под названием Happy Wheels. Наши жесткие приключения продолжаются. И первый уровень, ребят, который мы сегодня будем проходить, называется Pogo Fight Venom. Я надеюсь, вы уже успели влепить лайкусик. А если не успели, то прямо сейчас, ребят, дополнительные 3 секунды у вас есть. Я уже убил девчонку и, в принципе, предлагаю проходить, ребят, вот этот безумный уровень. Ладно, полетели. Как я был близок к этой секире, но хорошо, что все хорошо кончилось. Стоп, вилы. Блин, как мне прыгнуть? Хорошо. Я убрал эти вилы, просто шикарно. Копье! Нет! Нет! Боже! Блин! Тихо, копье! Блин, боже! Ребят, что за пот? Как я живу просто! Мельчайшие расстояния! Я был в шаге просто от смерти! Каким образом, ребят, это 100% 200 лайков с 200 аккаунтов! Мы прошли еще из первого раза! Боже, ребят, это просто 5 звездочек! Ну что ж, размялись, попотели, погнали к следующему уровню! А здесь у нас какой-то челлендж компьютерный, насколько я понял, мы должны удалить Google Chrome, OSU, Steam и Telegram из папки, да, прямиком в мусорку. Хорошо, пока я, ребят, это удаляю, пытаюсь пройти, пишите в комментариях, как у вас делишки, как погода. У нас холод вообще, просто капец, ребят, но дома жара, и я ничего не удалил, понятно. Вот такой вот я, ребят, папочник, видите, я в папке сижу. Оп! И Google Chrome, как ему повезло, OSU, это такая игрушка, ребят, оп! Steam. Ну, Steam-то нельзя удалять. И Telegram, Роскомнадзор, заблокировано. Нет, блин, да как? Вот это, ребят, Boss Row, да? Но он капец какой сложный. Но, фух, с третьей попытки все-таки, друзья, мы это сделали. Ладненько, погнали, посмотрим на следующий уровень. Тем временем у нас тут 99% Impossible. Ну что, ребят, давайте потеть, давайте будем сейчас бомбить жестко, потому что это всегда очень сложные уровни. Это всегда очень интересно, сложно, захватывающе, просто как в голливудском фильме. Овершоу прыгает через бомбы, через мины, одну задевает, и в космос отправился я. Что за безумие, ребят, ладно, окей, хорошо. Оп, и прошел. И прошел, отличненько, ребят. Вот так, это мне нравится. Ладно, погнали, посмотрим, что я приготовил для вас еще такого интересного. А приготовил я для вас какой-то уровень, связанный с сердцем, если я правильно перевел. Да, у нас тут сердечко отвалилось, и это, походу, Don't Move Challenge. Посмотрите, наше сердце, просто над ним издеваются. Ой, бедное сердечко. Еще и в пушку оно попало. И куда мы летим? Куда? Корзину! Капец, это все рассчитано, ребят, просто до мельчайших деталей. Боже, пишите, ребят, как вы думаете, сколько времени потребовалось автору для создания этого уровня? И в мусорку еще! И в конце в мусорку! Не, ребят, если б не в мусорку, я бы 5 звездочек не поставил, а здесь 100% 5 звездочек. Просто вот, трэш-хард. Ладно, все, ребят, 5 звездочек уже поставил, погнали к следующему уровню. А тут у нас Rope Swing. Ну что, давайте попробуем, ребят, пройти этот Rope Swing. Летим. Хорошо. Двери перед нами распахнулись, мы захватились. Блин, боже, ребят, я уже думал, не пройдем. Ну ладно, ноги это не руки. На Rope Swing ноги не нужны, в принципе, да? Логично, логично. Ой, куда мы? В пушечку, боже, нифига себе. Вылетаем! О, руки есть? А, рук нет! Рук нет! Эу! Рук нет! Оу, май гад! Что, все? Мы уже не пройдем? Ну да, ребят, рук нет, придется заново. Офигеть, еще такой смайлик, стоп. Смотрит такой, эй, ты полетишь сегодня, нет? Ладно, полечу. Все, ребят, ладно, пофиг на этот смайлик. Все-таки мы ответственные люди, да? Собрались проходить уровень, сейчас пройдем. Давайте, полетели. Вот тут вот самое главное. О, видите как? Все нормально, и с ногами, и с руками. А, у нас руки вообще-то дальше оторвались. Все, я вспомнил. Вот здесь, ребят, после выстрела пушки. Блин, надо как-то ногами вот так. О, а я живу еще. Я ж живу? Да.
все, ну, я сдох. Отлично, спасибо. Самое сложное на этом уровне, друзья, это пережить выстрел пушки. Всем, кто удастся вообще, вот, получится пережить выстрел пушки, все пройдут. Вот мне бы удалось просто пережить выстрел этой пушки, все. Я бы прошел, я вам обещаю. Потому что реально, то без ног, то без рук, блин, ну вообще, это незаконно, ребят. Ладно, все, руки. Фух! Стой! Все! Нет! Теперь без головы, боже! Все, ребят, моя последняя попытка, короче, лечу. Блин, то руки, то ноги, то голова, то еще что-нибудь автор придумает сейчас, и вообще обидно. Так, ладно, пожалуйста, давайте, все должно быть хорошо. Летим, одна рука у меня есть, ребят, одна рука. Нормально, блин, я впервые здесь, ребят, впервые, спасибо. Ну, хотя бы одна рука есть, одна рука это лучше, чем без рук. Спасибо. О, я финишировал, хоть и рука оторвалась, но я финишировал. Блин, ребят, этот уровень забрал у меня все силы просто. Ну ладно, 5 звездочек, погнали к следующему. А тут мы должны уворачиваться от птиц, погодите, или что? Да! Должны уворачиваться от птиц. И насколько я понял, нам нужно найти монетку, чтобы финишировать. А, вон монетка, ребят, все, я ее увидел. Нам ее, короче, нужно взять. Только, блин, я вообще прыжком допрыгну до нее. А, да, допрыгну, но в этот момент мне мешают эти жесткие птицы. Ага, стой, вниз, вверх, спасибо, птица. Там еще сверху, что ли, мины, я не заметил, ребят. Ладно, погнали. Оп, прошел, все, фу-ху-ху. Блин, слушайте, это что-то прям жесткое, оригинальное, такого еще ни разу не было, это круто, ладненько, погнали дальше. А тут у нас Bottle Run плюс Epic Jump, то есть мы едем на Bottle Run. Дальше, вау, нифига себе. А дальше придется жестко потеть, ребят, потому что там вообще, вы видели, что такое? Так, поехал. Блин, надо было пригнуться. Офигеть, что за фантазия у этого автора? Как он вообще додумался до такого? Так, у нас там малой приуныл. Ладно, ты не приунывай. Все нормально будет. Ну, может быть, с этой попытки, ребят, мы пройдем. Так, поехали. Не, по-моему, все плохо очень. Да, слишком медленно. Короче, я понял. Чтобы быстро пройти, нужно быстро ехать. Вот, все, идеальная попытка. Смотрите, плюс я сейчас уворачиваюсь. Рано начал уворачиваться. Офигеть. Чё ж это так сложно-то вообще? Почему? Оп, увернулся. Так, боже, ну на финиш хотя бы приехал. Все, уже я рад. Все, уже я, ребят, рад. Видите, это не просто, блин, Bottle Run, который можно пройти за 5 секунд. А капец, именно сложный Bottle Run. Фух, какая-то попытка, ребят, по счету я не знаю, но вы заметили, сегодня у нас прям жестко хардкорные уровни, прям вообще капец. О, нифига, как я полетел. Постоянно нужно потеть, короче, прям показывать все свое мастерство, но, блин, я не настолько сильный. Да, блин, как? Я не могу. Ребят, у меня просто не получается, у меня не хватает сил, чтобы это пройти, ну. Ладно, еще одна попытка. Хорошо, я еду, еду. Ну как? Все, ребят, проходим, едем, 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 прошел! Фу-ху-ху-ху-ху-ху! Сколько попыток было, капец, 5 звездочек, быстрее, ребят, отсюда погнали. Да, прошлый уровень, настоящее безумие, тут у нас демо Pogo Fight, наверное, будет короткий уровень, но давайте посмотрим. Девчонку я там расстроил, пацанчика я перепрыгнул. О, женщина, ты кошка, упала. Ладно, короче, ребят, все, давайте попробуем. Все, в принципе, я все понял. А, лол, это последнее препятствие. Вот эта девчонка, это последнее вообще, что нас будет тут ждать. Осталось только перепрыгнуть. Е-бой. Ну, это был демо-уровень, ребят. Но, в принципе, прикольно. Будем ждать полную версию. Погнали к следующему уровню. А тут у нас, ребят, какая-то черная дыра. Посмотрите, что, нам надо заехать? Спасибо за игру. Если ты не поставишь 5 звездочек, ты умрешь на этой неделе. Что? Автор безумец. Ладно, все, уходим, ребят. Непонятная какая-то, ребята, у нас была черная дыра, а этот уровень, кстати, 99% impossible, а тут нас ждет на этом уровне просто Pogo Fight. Я готовился к одному, а получил совсем другое. Понятненько. Но ладно, ребят, давайте попробуем пройти. 99% impossible, так 90% impossible. Ну да. Оно и видно, ребят, да, оно и видно. Умираю просто на каждом шагу. Второй мой прыжок, каждый раз я умирал, ребят. Но здесь, о, смотрите, рекорды ставлю. Неплохо. А? Ого, нормально, хорошо. Блин, ну это ж Pogo Fight, ребят. Это самый настоящий Pogo Fight. А никакой не 99% impossible. Вот поназывают, ребят, да? А потом вот думай, как проходить и что вообще делать. Хоп,
Так, мачете. Последнее препятствие же было, ребят. Ну, последнее. Ну, последнее же, ребят, препятствие было. Ну, надо было его проходить. Ну, почему я просто не смог его пройти? Ну, что ж не так со мной было-то? Ладно, нормально. Хорошо, полетели. Сразу вот так. Эть! На топор, прям вот укромным местечком. Так, мужчина, подвиньтесь. Спасибо. Я тут как бы прыгать собрался. А, летит в голову мне. Нет, нормально. А, все, прошел, походу. Блин, нет, не беги вперед паровоза, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Вот сейчас пройду. Да, все, прошел. Повезло! Биг Джигли Панда Фан, спасибо! Пойдем, ребят, посмотрим на последний уровень, который я приготовил для вас на сегодня. А тут у нас гарпун Escape. Посмотрите, в нас какой-то пацан стрельнул гарпунчиком, и нам нужно как-то выбраться. Тут есть ускоряшки. О, нифига себе. Давай, давай, давай. Капец, это угарчик, ребят. И финишировали. Ну что ж, мы выбрались, ребят, из этого гарпунчика, и на этом мой ролик заканчивается. Я надеюсь, что видосик вам понравился. Пишите в комментах, какой из уровней вам понравился больше всего. Пишите свой любимый просто уровень в Happy Wheels. Не забывайте оставлять просто положительный комментарий. Подписывайтесь на мой канал, называйте про колокольчик. Ну и ссылочки на социальные сети, ВК, Инстаграм будут в описании. А с вами по-прежнему был Овер. Я желаю вам всем, ребят, всего-всего самого классного, интересного, прикольного. Всем удачи, спасибо за просмотр и пока-пока!